Сердце приветствовать вас жизнеутверждающим пасхальным приветствием «Христос воскресе» и выразить вам нашу искреннюю благодарность, что вы в эти светлые пасхальные дни посетили Покровский храм и разделили вместе с нами это действительно великое торжество, торжество православной веры, о котором вы сейчас сказали. И мы тоже имели возможность разделить вместе с вами общую молитву о воскресшем Христе и общую пасхальную трапезу, причащаясь телу и крови Христовой. И хотим в память об этом, об этих светлых днях подарить вам, принести вам в дар символический подарок. Это пасхальное яйцо, но оно не маленькое, оно большое. Его не простая курица снесла, а это страусиное яйцо. Да. Но совсем недавно, в канун праздника Пасхи, вот здесь, в Беларуси, на страусиной ферме Страус снес это яйцо, и причем это довольно редкое явление, и владельцы этой фирмы, узнав, что вы будете у нас служить, просили вам вручить вот это пасхальное яйцо от щедрот земли белорусской. С праздником вас! Христос воскресе! Спасибо, Господи, Отец, за поздравления, спасибо, Господи. Христос воскрес! Воистину воскрес!